своим благородством вдохновил людей бродяга из Престона. Свои последние 3 фунта он отдал девушке, чтобы она смогла безопасно добраться до дома на такси. После этого поступка 22-летняя Доминика в долгу не осталась. Студентка организовала интернет-компанию в поддержку бездомного мужчины по имени Робби. Девушка призвала интернет-сообщество помочь в сборе средств на месячную аренду квартиры для бездомного. Менее чем за неделю юной британке удалось собрать для своего спасителя почти 3000 фунтов. Интересно, что после того, как новость о доброте бездомного разлетелась по сети, выяснилось, что он помог не только Доминике. Люди стали писать, как Робби предлагал им свой шарф в холодную погоду и даже пробовал поделиться своей едой.